Ну есть такое слово задница. Она же чувствует, блин. Если сказали, вот я соперник еще борется, это не значит, что вы должны расслабиться. Вот как тюкнет вам. Значит, ждать, пока он тоже услышит, поймет, что модель. Да, расходимся. Сколько раз кланяться? Два. На ковер зашел, поклонился и встал. Вам показывают или говорят, как же вы кланяетесь, зашли. Оп, три раза. Вообще сейчас стало меньше, но три раза надо до, три раза после. Показали победителя, поклонился, вышел, поклонился и ушел. Уходишь с ковра, поклонись. Только в борьбе дзюдо, если тренер в обуви наступит на татами, могут с тренера сразу наказать, финансовые снять, могут вообще на год запретить соревнования, да и еще можно и команду снять. А другие ходят в обуви, джиу-джитсу, грэплинг, вольная борьба. Ты бандер! Борется. Туалет, потом на ковер, как таких ботах, блин, я офигеть. Самое культурное на поле. И форма красивая. Синее кимоно. Почему синее белое кимоно? Чтобы отличить, что делать. Ну это понятно, а почему им? Почему? Ну, в принципе, он прав, как бы. Есть телевидение, да? Кто получает много денег? У кого контракты большие? У футболистов. Тех, кого больше показывают на телевизоре, у тех и контракты больше, денег больше. Дзюдо много показывают? Нет. Ну почему? Потому что бокс он 12 раундов, 2 человека, там 12 там можно пропустить удар и упал. То есть есть интрига. А в дзюдо утром начинает, вечером кончает. По ютубу смотреть можно прямой эфир сколько хочешь еще. Да. Но интересно смотреть чисто бросок. Тяжело, устаешь. Ага, если борются с сверху, мы все будем смотреть, правильно? Или Вискун, или Максим Домбровский. Все будут смотреть. А если дядька незнакомый борется, не всегда интересно смотреть. Интересно смотреть того, кого знаешь. Поэтому у нас и денег меньше. Хотя такой же сложный вид, как и другие. Также и больно не показывают много. И классику много не показывают. А тем более классику, где там броски очень редко, потому что все здоровые и бросают очень редко, знаешь? Побольные тоже очень мало, если то подсечки там какие-то. Ну, это такие правила. Если правила, и самое, вот если в дзюдо, например, раньше были ноги, можно ноги было брать. И вот что вольная борьба, все вот так стоят, самбо вот так, и дзюдо. Сейчас ноги запретили захватывать, ноги, все выпрямились. Взял захват защитный. 5 секунд, мате, шида. Вот кто, сын, иди сюда. Еще раз. Вот я взял, сын, вот, хоп, и держу. 5 секунд, я же не боюсь, если я взял и бросаю, да. А если я просто держу, мате, замечание, шида. Односторонний захват. 5 секунд, шида. Захватил за пояс. 5 секунд, шида. Я взял и бросаю. Вот Андрюха, например, взял меня отсюда, а я отсюда раз убежал. Шида. Если же я вдруг прошел ноги заплатил, не замечаю первый, это замечание. Второй раз дал за ноги. Концовку марки, дисквалификация. А не три шага? А где? За ноги. Если. Держи. Если мы боремся в борьбе как-то, вот там, где я пел, что-то выше, ничего. Но если я вышел, походил, лоб зашел, шида. Если я специально, то мне шида еще толкает. Если это вот так, я беру отсюда вот так вот толкаю, то это мне шида. Кто борется вот здесь на краю, тот не думает о борьбе, тот боится выйти, он начинает бегать туда-сюда. Очень быстро. Значит, еще раз. Падение на мост. Концовку мать. Даже не пол, концовку мать.
и дисквалифицируются до конца турнира. Вот ты будешь бороться в финале, тебя бросают, ты падаешь на голову, чтобы не упасть на спину. Концовку махи вообще снимают, ни медали, ничего не дают. Ну почему? Цель твое здоровье. Ну что у нас там придумывали так, делаешь бросок, опираешься на голову, проворачиваешься, падаешь на живот. Вот, смотрите, я бросок, падаю на живот, падаю на таз, нет оценки. Но если, да, цель будет сюда. Посмотрите внимательно. Боролись, я отсюда стою. Вот если мне сырку делает заднюю подножку, вот, ты вон. Я стою. Так, так, это стойка, и он в стойке, я в стойке. Так, стойка. Вот это не стойка. Отсюда Андрюха взял меня за пояс, садится и чебанянство делает. Вот. Не, наоборот, встань. Так, ногу сюда. Садишься, о, япон. Я же на колени. Ноги оторвались, полетел. Все, а легко просто, когда вы сидите, взять? Не легко. Легко. Вопросы есть? Нет. По матросу? Нет. Значит так. Сверху вискон, бутук, один там, другой там, другой там. Один там, другой там. Вышли, стали в центр, стали в центр. Так, к ним выходит. Вы еще раз, двумя руками, просто аккуратненько. К ним выходит Максим. Коля Абави. Быстро. Хоп, выше. Мак. Ку-ку. Я думаю, да, ну хорошо. Синий к синему тянет. Да, синий к синему. Еще раз. Вы даете им захват, чуть-чуть ходите, берете ответный. И не надо мне 20 бросов. Походите чуть-чуть, дайте им возможность поработать. И один бросочек аккуратненько. Пошли, отсюда. Так, кто у меня остался? Раз, два, три. Даник, что ты сидишь? Я. Еще раз обязательно захват держать двумя руками. Особенно те, кто бросает. И не насилуй, рука этот. Разминайся, Даник. Так, там у меня остался кто? Так. Мешай мне сюда. Да. Держи! Он начал делать его бросил. А, он делает. Да, стоп! Смотри, я сразу хочу сказать, да, есть такая висячка, называется пацан. То есть раз и на болевой прием. Под судой нельзя делать болевой прием. В партере можно, в стойке нельзя. А можно, я же. Что плохо, кстати. Интересно было. Не разрешаю. Удушающий сосой вы делали как раньше. Ходили. Раз удушающий. Перевел в партер и задушил. Не разрешается. Состойки переводить в партер. Отсюда. Так. Кто там еще сидит меня? Так, Ливио. Ливио, возьми своего друга. Снимите куртки, подойдите ко мне, встаньте сюда. Аккуратно. И за счет силы. Дальше. Даник. Шендрия сюда. Саша сюда. Да. Опять. Ну неправильно подхват делаешь, Денис. Стоп. Больше уже подклад делаешь, отсюда держишь, вот это не пойдет ударить. Взял отсюда, пошел, оп, отсюда. Аккуратно. Так. Я все равно хватит. Смотри,
твоя задача. Одна рука, вторая. Пройти. Все. Не надо не ломать, не бросать ничего. Просто взять захват. Да? Покажи. Шаг вперед. Одна или правая, или левая. Все равно. Раз, два. Еще разочек. Бери. Раз. Снизу. Снизу. Да, то есть. То есть должен взять снизу. Стоп. Еще раз, не надо так ударить, что ли меня или... Опять ты ломаешь! Так я под руку. Что ты под руку? Да так тяни к себе, чтобы у него ноги отошли. А он стоит на ногах, а ты его еще... Гений, поломаешь! Еще раз, руки надо держать здесь. Посмотри, смотри. Так, боком. Посмотри, сначала мы сделаем так. Раз, теперь ты делаешь. Два. Потом я. Вот ты. Да, раз. Теперь становится с другой стороны. Пожалуйста, да. Я взял без того, чтобы защищать. Эй, мать! Теперь смотри. Вот, раз, два, три, оп. Мой мат стоит, оп, и нельзя оп. А дальше вот у меня чуть-чуть получится. Смотри, чтобы головой не было. Ручки здесь, стоите на месте, не выталкивайте. И старайтесь вот только его как бы чуть-чуть прижать, оп, постараться взять. Да. Все, пожалуйста, вон там прижим. Здесь что? Дальше. Так, Саша. Меня. Иди сюда. А что? Иди сюда. Сашенька, берешь Макса, вот становитесь вот здесь, вот, без бросок. Без бросок, вот здесь. Пока без бросок. Так, а вообще, стоп, не надо лезть. Эти куртки делать не надо. Поработай на руках, это сюда дали, что ты там, бери его. Да, потом, На руках, значит, ты ему показываешь, что такое захватить голову, я сейчас скажу, что говорим румыны. Ой, видно, ему капка. Стоп.
там, куда ты уходишь? Так, сюда встань. Поле сюда. Дай одел кимоно. Одел кимоно. Идешь к боку. Да. Идешь к сыну. Он говорит. Папа, сестры. А, нет. Сейчас, не секундочку. Сашенька, одень кимоно, идешь к сыну. Добровский, одень кимоно, идешь к Вискону. Ты ушел, идешь сюда. Миша. Какая красивая музыка у вас на звонке. Ну да. Эй, вы, вдвоем, сядьте сюда. Так, раз, два, три, четыре, пять. Сядьте туда пока. Идите. Вы готовы? Да. Ну и Макс, тут Матрецкий. Аджеры, пошли. Там было уже стойки остаться, Лесков в стойке, Буток в стойке. Три броски. Так. Здесь у нас. Кто у нас? Петруль, с кем ты любишь бороться? Еще раз, Саша делает бросок любой. Да, делаешь любой бросок. Этот, как его? Домбровский, любой. Любой? Любой. Домбровский, любой. Ты должен в стойке остаться. При броске остаться в стойке лесу. А вы вдвоем делаете сами, говорите. Да. Так что смотрите, что меня. Кто? Макс, Так, остается у нас Петруча. Остается Петруча и Лилия. Лилия, кимоно одень, пожалуйста. Ну, стоп, Матэ! Ты даешь такой захват, который в Дарикейской республике приносит сразу проигрыш. Ты борешься, он борется. Вы не должны отдавать любой захват. Вы не должны рвать сильно, но вы не должны давать захват, какой он хочет прямо брать. Вот в таком захвате, если кто-то возьмет, все, выигрыш или видать. Не надо рвать, просто потихонечку, раз убрал, раз взял. Стоп, Матэ! Матэ! Показываю вам. Есть люди, которые борются вот так. Вот отсюда, вот оно движение. Вот оно движение. Боксер вот так будет ходить, да? Как на то ты упадет сразу. Вольник или классик, или дзюдоист, самбист. Два шага, все. Правильно, а как вы боретесь? Вы стоите на пятках вот так вот. Андрюха, ты стоишь вот так на пятках стоит. Вообще пятки не должны чувствоваться. Отсюда взял пол, смотри, двигайся. А как ты отсюда будешь двигаться, да? Так в том-то и дело. На пятках не стоять. То же самое. Хаджи, ужас просто.